Новость, которая потрясла всех без исключения. В микрорайоне Альгешево в мусорном контейнере обнаружили тело мужчины. Сегодня стало известно, задержали подозреваемого в этом жестоком преступлении. Днем 28 октября текущего года в мусорном контейнере у дома номер 6 по улице Роза Люксембург в поселке Альгешево в городе Чебоксары, а в последующем в одной из квартир указанного дома и на городском мусоросортировочном комплексе были обнаружены части расчлененного тела мужчины. В кратчайшие сроки установлены личности как потерпевшего, так и подозреваемого. Ими оказались жители столицы республики в возрасте 63 и 66 лет соответственно. В течение нескольких часов подозреваемый оказывал активное сопротивление задержанию, обороняя вилами. Тем не менее, его действия были пресечены, и он был доставлен к следователю на допрос. В ходе допроса своей причастности к убийству злоумышленник не отрицал. По предварительной версии следствия, в ходе ссоры, возникшей между ним и потерпевшим после совместного распития спиртных напитков, последний стал предъявлять ему претензии по поводу того, что тот плохо играет на гармошке, нанес несколько ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, выпив валерьянки, лег спать. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.